Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами на канале Топ Сад. И сегодня мы будем делать чудо-витаминную смесь. Это два лимона, имбирь и мед. Нам понадобится 150 грамм имбиря, 250-300 грамм меда и 2 лимона. Лимоны тщательно моем. Обдаем, ошпариваем кипятком и режем на дольки. То есть лимоны нужно очистить от косточек. Лимон порезали на дольки. Имбирь очистили и тоже порезали на дольки. И так засыпаем лимоны и имбирь в измельчитель. И начинаем измельчать. К имбирю и лимону добавляем мед, где-то 250-300 грамм. Все это смешиваем, и у нас получается вот такая чудо-смесь. Храню эту смесь в холодильнике и прекрасно использовать ее с чаем. Две ложки чайные кладем в чай, размешиваем, и это прекрасно поможет вам улучшить ваш иммунитет. Крепкого здоровья, счастья, удачи в новом 2021 году. До встречи, друзья! Подписывайтесь на наш канал. Мы всегда рады новым друзьям.